нам на экспертизу поступил очень интересный материал. Артем, что за ситуация, что за объект, подлежащий химической экспертизе, да, или инженерной экспертизе? Инженерной экспертизе. Почему к нам обратились? Потому что вот так вот лопнула труба. Это что такое, кстати? Это труба, предназначенная для системы магистрального водоснабжения, холодная вода, как видно здесь по синей полоске. Синюю полоску мы наблюдаем. Давайте посмотрим, что это. То есть это труба для простого водоснабжения, да? Ну, это в земле. То есть она не у нас не в доме находится, не в коммуникациях. Она находится в земле до того, как она попадает вода в систему водоснабжения многоквартирных домов или там других домов. Это у нас труба такого диаметра, они обычно находятся за пределами. В чем как бы проблема, в чем сложная ситуация? Ситуация в том, что это не первая труба, выполненная из такого материала. Вот материал получается хрупкий или... В данной ситуации проблема именно с материалом, потому что... По мне, так это очень серьезная вещь. Она практически рукой... как сталь фактически. Плотная, но по всей видимости хрупкая, да? В итоге да, потому что это не первый запрос, который к нам приходит. Сначала мы думали, что нарушена технология укладки трубопровода. То есть на излом как-то, да, сделали? То есть ее не изолировали, не соблюли технологию монтажа. То есть сначала были подозрения на то, что именно нарушена технология прокладки, монтажа магистрального трубопровода. Но когда такие трубы к нам пошли уже потоком, было несколько заявок точно с такими же трубами. То есть они, грубо говоря, были уложены под землей, там взорвались, соответственно, затопили микрорайон, да, и так далее, и так далее. Кстати, да, по какому это региону? Вскрыли, посмотрели. А это у нас по московскому региону идет такое, с севера, с Великого Новгорода, тоже с такими трубами. Короче, была бракованная поставка. Кстати, это излом такой, сейчас вот я показываю, это... Продольный вот здесь, излом. Вот здесь вот, да, технологически разорвалась, да, она получается? У нее по всей длине, да? Давление, да, либо, ну вот из-за того, она может быть не рассчитана на монтаж, то есть на ту технологию, которую используют при монтаже, то есть ее производитель говорит, как это нужно делать, да, то есть ее там изолируют, монтируют, крепят, и в итоге она лопается все равно. То есть здесь. Так, название стоит производителю указывать нашим зрителям. Я думаю, это будет некорректно. Итак, друзья, в очередной раз мы рассказываем, показываем, чем занимается Федерация судебных экспертов, чем занимается Центр технических экспертиз. Вот такие вот инженерные запросы, задачки нами решаются. Эти материалы дела ушли в арбитражный суд. Как обычно, многомиллионные ущербы, как обычно, многомиллионные иски арбитражные. Но мы, будучи корректными, да, не будем озвучивать название организации, да и память иногда подводит. Поэтому, если в вашем районе, в вашем городе происходит авария на пути следования труб подачи холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, вы знаете, куда обратиться. Кстати, парочку вопросов хочу задать. По данной ситуации были химические лабораторные исследования материала? Ну, разумеется, конечно, для того, чтобы нам установить причину повреждения, был произведен анализ состава, из чего данная труба изготовлена. Испытания в том числе были проведены на разрыв. Был отправлен запрос на предоставление целого участка такой трубы, чтобы могли испытать. Это уже остатки, да, трубы, я так понял? После испытания у нас уже не вся труба. Нет, у нас была еще одна. Это первоначальная труба, такая она приехала. Мы запрашивали трубу, а неповрежденную, то есть из того же абсолютно... В качестве сравнительного, да, провода, да, то есть как это обычно делается? Такую-то, понятно, уже не испытаешь трубу под давлением. То есть запрашивается другой участок, целый, опрессовывается и проводится испытание под давлением. Кто выполняет химические исследования данных труб полимерных? Наши коллеги из химического департамента, кандидаты химических наук, наши коллеги... Целых три человека. Косточка Михаил, Бушмелев Алексей. Вот, еще у них есть специалисты. Они работают на другом департаменте, да, то есть, но это специалисты высшей категории, они нам помогают. Вот таким вот образом проводится исследование любых полимерных материалов, труб в частности. Поэтому скажем Артему спасибо, поставим лайк. До свидания. Komm wieder rauf. Wir fallen hier allmählich auf. Die Kellner stehen Schlange. Du kniest schon viel zu lange.